Конечно, приятно услышать что-то типа «я люблю тебя», но звук «трррр», когда банкомат отчитывает тебе деньги, вообще бесподобен. Друг, когда делал ремонт со своей женой, перед тем, как клеить обои, ей говорил: «Что бы дальше ни случилось, помни, я люблю тебя». Заходит блондинка в кафе и заказывает пиццу. Официант приносит и говорит: «Пиццу на 4 куска поделить или на 8?» Блондинка такая: «Ну конечно же на 4, я же 8 не съем». Приходит больной к врачу, весь трясется, заикается, глаз и все остальное в тике. Врач спрашивает: «Давайте, голубчик, расскажите, как и из-за чего вы до такого состояния докатились?» «Жена, млядь, гуляет с кем попало». «Ну, у кого сейчас жены путные?» «Сын, бандит, грозится всех порезать». «Но ведь еще никого не порезал». «По ночам ссусь». «А это очень серьезно. Выписываю вам седуксен, принимать по одной таблетке 3 раза в день. Через 2 недели придете на прием». Прошло 2 недели, врач спрашивает: «Ну, как дела?» «Нормально». «Как жена?» «Гуляет». «А у кого жены путные?» «Как сын?» «Да еще никого не зарезал, слава богу». «А по ночам как?» «Сусь, ну до утра ведь высыхает». Молодая женщина приходит к врачу и говорит: «Доктор, когда я нахожусь в комнате с мужчиной один на один, меня все время тянет заняться с ним сексом. Как называется такое явление?» Доктор, расстегивая ремень: «Это явление называется удачная встреча».